Если кто помнит район улицы Христенко, лет так 15-20 назад здесь было одно поле. Сейчас же новостройки, много машин, дороги и еще раз дороги. Сегодня здесь появился новый дорожный участок протяженностью 800 метров. С удобными пешеходными зонами, велодорожками, есть места и для газона. Все необходимые условия для комфортного пользования как автомобилистами, так и пешеходами на этой улице созданы. Подрядчиками работы выполнены достаточно в сжатые сроки. Дорожный участок, построенный по индивидуальной программе социально-экономического развития края, за 150 миллионов рублей сдали на полтора месяца раньше запланированного срока. Позволило нам это в связи с тем, что мы вышли в этом году рано на работу, это примерно был май месяц. Большая работа была проделана по перекладке сетей существующих электроснабжения, защите кабельных линий, защите газовых труб. Участок был очень такой, скажем так, непростой. 2022 год для Барнаула стал рекордным в строительстве дорог. Три дорожных объекта уже открыли для использования, и еще столько же появится в краевой столице. Дмитрий Дроздов, Андрей Печорхин. День с толком.